В дневном стационаре Нижневартовского перинатального центра завершили ремонт. Привели в порядок стены и потолки, отремонтировали окна, заменили медицинскую мебель. Обновление коснулось и врачебного оборудования. Всего на эти цели было потрачено более 4,5 миллионов рублей из средств учреждения. Подробнее о том, что изменилось в стационаре, расскажет Регина Гауфа. Повысить качество медицинских услуг и сделать пребывание пациенток здесь комфортнее и уютнее. Именно этими целями и руководствовались в перинатальном центре при проведении обновления. В дневном стационаре будущие мамы проводят порой по полдня. За это время они проходят обследование, получают физиолечение и другие процедуры. В этом году здесь провели ремонт. Покрасили стены и потолки, починили окна, заменили оборудование. Начиная от кровати и тумб в палатах, заканчивая каталками и медицинскими столами. Наша задача создать комфортные условия для того, чтобы пациент не сильно ощущал разницу, простите меня, между домашними условиями, между тем, как она будет находиться здесь в условиях стационара на лечение. Ремонт, понятное дело, конечно же, мы стремимся как можно сделать условия более идеальными, более комфортными для пребывания пациентов во всех отделениях. А это еще одна обновка дневного стационара – новый аппарат КТГ. Его главное отличие от прошлого в том, что он может следить за работой сердца и при многоплодной беременности. Услышать можно сердцебиение плода, ЧСС плода измерить, и можно, соответственно, увидеть на пленке, посмотреть параметры какие, все ли соответствует. И, соответственно, принять решение, есть у пациентки гипоксия на данный момент или нет, нуждается она на данный момент в экстренном лечении или нет. А это аппарат казанского производства «Эндомедиум» – эндохирургический комплекс для эндоскопических операций и обследований. Он позволяет максимально малоинвазивно проводить гистероскопию и резектоскопию, удалять обнаруженные полипы на стенках матки. Раньше эти манипуляции совершали в условиях гинекологического отделения. Теперь их проводят прямо в этой операционной. Регина Гауф, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.